Ночные морозы и первый снег. На этой неделе нас ждет капризная и ненастная погода. В ночные часы температура местами будет опускаться до 6 мороза. При этом днем в первой половине недели осадков не ожидается, а воздух будет прогреваться до 9 градусов тепла. Вторая половина рабочей недели и выходные. Погода начнет меняться. Под влиянием атмосферных фронтов они будут смещаться к нам с юго-западных районов Европы. Прогнозируем осадки. Вначале они будут лишь в юго-западных районах страны. Это в основном Брестская, Гродненская области. Ну а к воскресенью осадки распространятся на всю территорию нашей страны. В основном это будут дожди, но ближе к выходным по северо-востоку республики в ночные утренние часы не исключен также и мокрый снег. В выходные сохранятся ночные морозы. Синоптики предупреждают, из-за резкой разницы температур ночью и днем на дорогах возможна гололедица.